гостей на стенде нашей французско-русской галереи, который представляет троих художников в своем новом проекте, который посвящен отражению человеческой памяти в пространстве. Наши художники все очень разные, но мы постарались вместить их в нашу идею и надеемся, что посетителям это понравилось и было познавательно. Человек несет в мир свои собственные ощущения, он их, как художник, может выплескивать на холст. В результате мы все видим тот опыт памяти, рефлексии человеческого пространства, который представлен на нашем стенде.